Всем здорово! Мы находимся на биг-пикнике. Понять не имею, что это такое, но проехал обалденный гетер, который я пропустить просто не могу. Поэтому пойдем со мной. Приехали так чисто отдыхать, чтобы мне поступило приглашение от United Family прийти на пикник, отметить их день рождения. И вот я здесь. Мы приехали на фестиваль. Так, откуда вы наняли меня? Ну, из той клубы, и мы решили всем клубом туда поехать. Интернет, чайные друзья. Инстаграм. Интернет, Инстаграм. То есть Инстаграм — это совсем другая вещь, интернет. Ладно. Машине вы сюда приехали? А вот это. Mercedes E-купе. Ford Focus второй. Вот, если интересно. Вот наш тут. Я на Kia. И чем она отличается? От всех. Ну, это предыдущая мысль. Вот она. Еще и у него впереди криво висит номер. Ну, зашел. Губа полна с Cayenne, с бампера вырезанная. Покрашена с баллонов по 100 рублей. Во всех мелочах. А что это за солнце такое? Японский флаг. Это икона. Это вот место иконы. Место иконы? Место иконы. Я хотел кочеровку, но хватило на восьмерку. Поэтому вот. Вопрос такой, мы подошли сразу после планки какого-то завода. Что ты думаешь про тазы вообще? У меня у самого тазик на самом деле был 20 лет сидел на 9. Очень хорошая машина, но это конструктор. На самом деле. Очень не для русских дорог. То есть вообще как она? Внизу, наверху, если на самом деле, если были бы во всей России идеальные дороги, то русский ВАЗ бы меньше ломался намного. Отлично. Так, а что у вас здесь происходит? Да, как бы дело в том, что представляем нашу автомастерскую, автодоктор. Также у нас прокат автомобилей есть, как хотите. Здравствуйте! Как вас занесло на этот пикник? Ну, пригласили, собственно, приехали. Что вы народ делали? Курил кальян, расслабился. Вот, организаторы заботятся о том, чтобы люди отдыхали, очень качественно отдыхали, не так ли? Конечно. Отлично. Игорь Док, Lowride FM на мероприятии Big Picnic 2015. Столько тачек, боу, погода хорошая, немножко дождик полил, ну и хрен с ним, зато солнышко вышло, ты видишь, да, это? Жаль, что тебя здесь не было, если ты был здесь, ты знаешь, все было круто. Очень много партнеров, очень много клубов, очень много спонсоров с призами, подарками, конкурсы поорганизовывали. Ну, ребят, вы увидите этот видеоотчет, и я надеюсь, что вы насладитесь увиденным. Ей. Итак, день заканчивается, пикник тоже, и мы уезжаем. Придумаем еще круче, еще веселее, еще мощнее.
Всем пока. United Family Garage.